Левая ручка. Да, трамвай, да. На левой ручке, на левой ручке, лево, лево. Ой, здорово! Здорово!
ввиду отказа секундантов продолжать поединок, победу в этом бою одержал Юрий Попович, Миллер от Украины. И он добавляет первую победу досрочно в свою копилку. Живот, живот. Береги нас, не болись.
Держи на левой руке постоянно, держи на левой руке. Вот, вот, держи на левой руке. Хорош, да, 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 либо вот, 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 лево, лево, вот так, лево, 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 иди сюда, сюда, лево. Вот еще. Иди на себя, лево. Куда за ним ходить? Спокойно, Максим! Вот и все! Больше ничего не надо делать! Все! Молодец! Дальше на левой руке! Давай, давай, давай! Макс, так? Не суети! Бери весь машин! Ваня, подъезд, Ваня, подъезд, поставь руки на место! Не давай работать! Да! Давай работать! Черный номер! Вот молодец! Все, спокойно, спокойно! Вот, все, постоянно работали! Вот молодец! Не давай работать. Еще!
Единогласным решением судей победу в этом поединке одерживает Влад Росов, город Покровск, Украина. Вот, вот, вот.
Он уже подходит, да? А что, сойди!
Пошел!
и господа, победу в этом поединке завоевывает Святослав Тёмкин. Это будет Украина, красный угол! Секундантов от продолжения поединка. Победу в этом бою одерживает Илья Тагопытский. Украина! Кишка, да?
больше удара выпишешь, что ты станешь, что принимаешь. Да. Повтори, да. Чуть-чуть повтори. Да. Вот так. Вот Thank you.
вас. Завоевывает Артур Пригода, Харьков, Украина.